Всем привет, мои любимки. Выпуск будет не сильно длинным, но зато ноль воды. Сегодня хочу вам рассказать о событии в GTA Online, а если быть точнее, то обновление. Знаете, в маленьком таком, на автосалоне, которое уже вышло. Давайте для начала обсудим скидки. Собственно, половину чего и добавили. А точнее, скидки на машинки. Давайте перейдем к делу. Появилось два автосалона. Один с Симоном и бессмертными людьми. Позже узнаете, почему он находится, кстати, на Pillbox Hills. И один салон, замурованный в стеклах. Как в него персонаж заходит, непонятно. Ведь дверей у него нету, а если есть, то для дизайна. Но все же, он находится на улице Rockford Hills. И там появилась парочка таких вот машин. Я лично считаю, что они бесполезные из-за своих характеристик, которые мне пригляделись не с лучшей стороны, конечно же. А на улице Rockford Hills все автомобили из Legendary Motorsports. А во втором салоне машины из San Andreas Super Autos, сайта такого, внутриигрового, где не такие дорогие машины, в отличие от Legendary Motorsports. Знаете, для бедняков. Я вот обещал рассказать о автосалоне Симона в автосалоне Симона и почему там бессмертные люди. Вот смотрите. Снайперка не пробивает их. И даже больше скажу, их даже взорвать нельзя. Ни людей, ни машин нельзя взорвать. То есть просто для дизайна модельки такие с коллизией. Нужно, конечно, работать роксаровцам. И убрать им нужно пассивный режим в кабинете Симона. Потому что из-за пассивного режима нельзя, так сказать, и ликвидировать. Даже оружие выбрать нельзя. Смотрите, спросите меня вы. За что его нужно устранить? А я вам скажу, за то, что на сайте есть машины, на сайте машины дешевле, чем в мастерской. На сайте стоит, к примеру, 20к, на сайте, к примеру, стоит на 20к дешевле, чем в автосалоне. Но я полагаю, то, что это, скорее всего, из-за раскраски. В автосалоне Симона каждую неделю зато обновляются все машины, и даже уникальные. И да, забыл вам сказать, что в автосалоне Симона есть и особые машины, которых просто в другом месте нету. Ну, не найти их в другом месте. Ну, разве что на сайте можно найти, на улице вы их не встретите. Я вот искренне не советую пока что ничего покупать в салоне Симона из-за цен и из-за характеристик машин. Когда будет что-то новое, вы узнаете на моем канале, но решайте сами. Я вам если что скажу, когда будут нормальные машинки, типа скажу, покупайте. Кстати, следующий ролик будет о Age of History 2, о Age of History 2. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, на этом всем пока.